Самое главное, я бы, конечно, пожелал казахстанцам побольше сил, позитива, оптимизма. Я думаю, 2015 год был очень нелегким для нашей страны. Но в то же время, как говорил Фридрих Ницше, да, все, что не убивает, то делает нас сильнее. Соответственно, я желаю каждому казахстанцу возродиться в новом году. Пусть у всех будет хорошее настроение, всегда хороший боевой дух. И мы, спортсмены, вот я сейчас от лица всех спортсменов говорю, будем стараться как раз-таки это настроение создавать, то есть приносить хорошие результаты, новые достижения, потому что спорт, наверное, как ничто другое, заставляет людей забыть о всех проблемах, обо всем на свете. То есть, когда выигрывает спортсмен, да, вся страна ликует, мне кажется, мало поводов говорить о чем-то другом. Ну и, соответственно, пусть таких моментов будет в 2016 году больше, чем когда-либо. Обычно праздную Новый год в кругу семьи, для меня это такой семейный праздник, но вот дважды в своей жизни мне не удавалось провести его согласно вот каким-то традициям, и я находился на сборах. Это был 2010-2014 год из-за подготовки к Олимпийским играм. А вот в этом году я, вероятнее всего, проведу его в Астане, то есть я не планирую сейчас возвращаться в Алматы, а уже как, расскажу об этом 1 января.